Хиросима. Бомба пошла. Бомба взорвалась примерно через 45 секунд после того, как была сброшена с самолета. Я думаю, что на борту не было ни одного человека, который не отсчитывал бы это время по часам или не прикидывал бы в уме. Лично я не сомневался, что эта бомба была бесполезна. Я был уверен, что она не разорвется. После 43 секундного падения временной и барометрический пусковые механизмы активировали взрыватель. Урановый заряд был запущен в корпусе в урановую мишень. Вместе они начали цепную ядерную реакцию. Произошел распад массы, высвобождающий немыслимое количество энергии.